Гонимая церковь, был узок путь гонимой церкви, лишений, скорби и тревог. Надежды радужные меркли, как от жары в саду цветок. За веру в Бога притесняли, судили братьев и сестер, вреда немало причиняли, горел безбожий костер. В краях Сибири и Урала им власть давала отдохнуть, покой и радость своровала, пытаясь Бога зачеркнуть. Детей порою отбирали за то, что добрые отцы их жить по слову научали, то были веры образцы. Без Бога мир построить новый желал надменный человек. Он Божьим слугам путь суровый определил в безбожный век. Но церковь все же возрастала, тиран не смог ее убить. Она на Бога уповала и продолжала дальше жить. Минули грозные столетия, свободу церковь обрела, но память держит лихолетия, что на пути она снесла. Борьба еще не прекратилась, не завершен нелегкий путь. Жизнь по-иному закружилась, есть страх в беспечии уснуть. Не спи, душа христианина, день избавления грядет. Спеши встречать Господня Сына, к концу идет земных дней счет. Слава Богу, что наши братья прошли эту дорогу. Одним из них был и наш папа, Джур Василий Сергеевич. В 60-е годы его осудили также на 10 лет. Осталось дома 5 маленьких детей. Но, слава Богу, он прошел этот путь до конца и вынес все. И теперь его дети, правнуки и внуки служат Господу, а Богу за все слава и благодарность. Аминь.